сегодня у нас открытие новой новогодней цирковой программы «Цирк зажигает огни». Это не просто программа, это программа новогодняя. А значит, ребят ждет сказка, приключения со сказочными героями, которых все мы с детства любим. Здесь, в фойе, более 20 детских садов подготовили для наших ребятишек мастер-классы. Клуб отцов и детей наших дошкольных образовательных учреждений активно поработал. Сегодня мальчишки и девчонки будут петь, плясать, танцевать здесь, участвовать в разных играх, встречаться со сказочными героями, делать новогодние игрушки на наших мастер-классах. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Товарищ цирк, твои огни горят у входа. Зовут, зовут к себе они толпу народа. Сюда приходят малыши и деды тоже. Здесь веселятся от души, бьют в ладоши. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Встречая важного слона, смеются дети. Медведь ученый катит на мотоциклете. Танцует лошадь-краковяк, плюмаж искрится. Под самым куполом смельчак в ракете мчится. С утра я рад, чего-то жду. Очень хорошее мероприятие. Мы с семьей с удовольствием сюда пришли. Организовано, детям очень нравится. Это сплочает семьи. Цирк – это всегда веселье, это всегда радость и позитив. Я думаю, что нужно чаще встречаться и проводить разные мероприятия всей семьей. Замечательное мероприятие накануне 2020 года. Новый год у нас ассоциируется с сказкой, чудом. И цирк тоже. И вот сегодня это два чуда соединились. Твои волшебные огни всегда все те же. В глазах у зрителей они и на манеже. С тобою я делить привык мечты и чувства. Люблю, люблю, товарищ цирк, твое искусство. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, ура. Мы приемная семья Брахновых, приехали из Суджанского района. У нас большая семья, у нас 15 человек. Такие мероприятия нужны, потому что не всегда большие семьи находят возможность в полном составе куда-то выехать. Это и время, и расходы. Огромное спасибо всем, кто такие мероприятия проводит. Цирк, цирк, цирк. Это сказочный сверкающий шатер. Цирк, цирк, цирк. Это кольцами играющий жонглер. Это тигр в полосатых труштырёх. Это музыка и свет прожекторов. Любите цирк, цирк, цирк. И почаще приходите в цирк. Цирк, цирк, цирк. Это фокусник, творящий чудеса. Цирк, цирк, цирк. Это детство, удивленные глаза. Это пестрые летящие мячи. Это гнущие подковы силачи. Любите цирк, цирк, цирк. И почаще приходите в цирк. Цирк, цирк, цирк. Это лошади, танцующие вальс. Цирк, цирк, цирк. Это клоун, рассмешит сумевший вас. Это смелые под куполом прыжки. Это зрители горячие хлопки. Любите цирк, цирк, цирк. Наши красавицы, волшебные елочки, которые сегодня на нашем празднике
зажигает огни, станет таким же традиционным предновогодним мероприятием. Хочется пожелать всем, кто сегодня пришел на праздник, большого счастья, семейного тепла, всего самого-самого светлого. И хотим сказать, приходите в цирк, он несет радость, он несет удовольствие, он несет счастье для наших детей и для нас с вами, потому что мы, работники детского сада, мы очень любим свою работу. И видеть счастливые глаза и улыбки детей, которые пришли сегодня, наверное, это самое высшее счастье. Всего доброго, счастливого Нового года!